Так, а теперь... А, отлично. Добрый вечер, дорогие зрители. Рада, что вы сегодня пришли на показ. На самом деле событие уникальное, потому что нам пришлось не просто посмотреть, насладиться фильмом, да, но и также поговорить и обсудить эту картину с самим режиссером Крзыштофом Занусси. Сегодня в рамках специальных показов мы увидим захватывающую историческую драму, действия которой разворачиваются в довоенное время, до Первой мировой войны в 1912 году. В центре сюжета врач, который использует достижения науки, медицины, увы, не во благо, а во вред. И перед нами будет очень много таких моральных, да, каких-то религиозных дилемм, которые мы будем, да, через которые мы пройдем на протяжении всей картины. И, ну, наверное, главный вопрос все-таки, сможет ли врач, главный герой, встать вот все-таки на светлую, добрую сторону. Я больше ничего не буду говорить о сюжете фильма. Я хочу позвать Кшиштофа пригласить на сцену.